Мы в десятке работаем достаточно, уже много лет есть опыт, вот, и я могу делать что-то ради товарищей, я знаю, начинаю делать это осознанно, ради товарищей, ради Творца, и вдруг в какой-то момент не срабатывает предохранитель, и я обнаруживаю, что я делаю ради товарищей, и вдруг я в этом наслаждаюсь. Вот, вот этот вот такой вот предохранитель, как его правильно выстроить, чтобы я отследил вот эту вот точку, когда я вдруг начал получать. Продолжать работать внутри группы и просить у Творца, чтобы помог вам построить более новую, лучшую, более сильную связь. Просить у Творца. Вы все хотите сделать в разуме и чувстве своих. Это не машина, это не двигатель, это не система. Если ты хочешь чего-то достичь, по сути, ты обязан просить, чтобы тебе дали. Потому что твоя просьба — это кли, и тогда ты получишь то, что надо. Не то, что ты, может быть, хочешь, а то, что нужно.